Всем привет! Меня зовут Валерия Андреева. И сегодня мы будем делать обзор спинбайка Proximo Marcus. Поехали! Это инновационный тренажер, обладающий рядом преимуществ для тренировок в коммерческих и домашних условиях. Да, вы не ослышались, спинбайк может быть очень эффективен и при домашних тренировках. Proximo Marcus отвечает всем необходимым требованиям. Его параметры создают реалистичность езды по неровной трассе и дают возможность развивать неограниченную скорость. В результате это дает комплексную нагрузку на мышцы и сердечно-сосудистую систему. Уникальность этого тренажера в том, что нагрузка здесь меняется при помощи магнитов, что позволяет менять ее в тренировке более плавно и точно. Нельзя не отметить привлекательный внешний вид тренажера. Специальная краска придает отличную стойкость ко всем механическим повреждениям. Сиденье с анатомическим вырезом имеет обивку из прочного износостойкого материала, который надежно фиксирует положение тела в тренировке. Особого внимания заслуживает конструкция руля спинбайка. Многопозиционный руль имеет несколько зон опор и позволяет выбрать нужный вариант для тренировки, в том числе для имитации езды на спортивном велосипеде. Еще один важный момент – кожух руля изготовлен из материала нового поколения, который отлично абсорбирует влагу с ладоней и имеет приятную текстуру. Proximo Marcus обладает широкими педалями и надежными фиксаторами стоп. Рамки и ремешки педали повторяют анатомическую форму стопы и не создают дискомфорта. При подключении к спинбайку по Bluetooth с помощью специальных приложений вам станут доступны показатели тренировки и возможность управления тренажером. Благодаря специальным компенсаторам неровности пола тренажер будет устойчив даже в ходе самого интенсивного тренинга. А наличие колесиков позволяет переставить его в любое место. Итак, какие же мышцы работают на тренажере? Основную нагрузку на себя берет передняя поверхность бедра, то есть квадрицепс. Это происходит за счет непрерывного вращения педалей. При езде с наклоном вперед больше нагружается ягодичная мышца. Также значительную нагрузку на себя берут подколенные сухожилия и икроножные мышцы, которые отвечают за стабилизацию ног. Не стоит забывать, что сердце – это тоже мышца. Тренировки на велотренажере – это отличный вариант кардионагрузки, который развивает и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Это был обзор тренажера Proximo Marcus. Я очень надеюсь, что вы убедились, что тренировки на спинбайке могут быть суперэффективными и в домашних условиях.